Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и на продаже появилась вполне себе годная Су-130ПМ с вполне себе негодным Крайслером К в составе наборчика. Что могу сказать по поводу каждой из этих машин, по поводу ценников, ну и соответственно, что могу сказать в отношении необходимости или целесообразности траты вашей голды на приобретение той или иной машины. Что касается Су-130ПМ, машина очень годная, довольно эффективная, хорошая, уронная, точная пушка, позволяющая качественно отыгрывать где-нибудь от кустов. В то же время полный картон. Короче говоря, если вы играли на гриле, а это ПТХ 10 уровня в дереве Германии, кто не знает, то, соответственно, вы на Су-130ПМ будете иметь приблизительно тот же самый геймплей. Ну и, в принципе, если с грилем вы справляетесь, то будет вам счастье на Су-130ПМ и будете фармить неплохо серебрянью. Что касается Крайслера К. 6500 за унылую тачку, которая не приносит удовлетворения в боях, не является суперэффективной машиной, в то же время многим нравится. Ну, в общем, машина на очень большого любителя, я бы не сказал, что является актуальной на сегодняшний день. Конкретно по Крайслеру К отдельное видео выйдет на канале буквально через пару часов, поэтому не пропустите видос, если интересует. Так или иначе, ссылки на обе данные тачки, на честные обзоры на них, я выложу обязательно в описании. Не поленитесь, зайдите, посмотрите, вам это поможет принять взвешенное решение. Что касается набора за 12500. За 12500 вы получаете камуфляж на Крайслера К, вы получаете вот этот обвесик на него. Ну, я, честно говоря, так себе понимаю данный обвес. Флаг, решетка, с другой стороны решетка, в принципе, все. Но какой есть, такой есть. Такие обвесы тогда делали для данных тачек, и классно то, что этот обвес конкретно под эту машину. Если вы оденете на него каму, то он будет уже у вас Крайслер К Томагавк. Будет выглядеть вот так вот. Тоже, честно говоря, не особо впечатляет, и какого-то там прям вау-эффекта на меня лично не производит. Что касается шрама, это камуфляж на сушечку, мне он нравится. Действительно классный, красивый, строгий и со вкусом. Здесь цепляться не буду. Да, он не анимированный, без каких-то там лишних выпендрежей, но сдержанность порой гораздо лучше, чем пафосность. Поэтому в отношении данного внешнего вида у меня претензий нет. Вы получаете абсолютно ненужный, не анимированный аватар. Целых 20 штук X5 на любые тачки. Это существенно поможет вам прокачать какую-нибудь ветку. Два слота в ангаре, открытое все оборудование, что по грубым подсчетам поможет сэкономить где-то в районе 4 миллионов серебра, может даже больше. За все это вы отдаете 12500. Я бы не рекомендовал покупать данный набор за такие деньги, ну просто потому, что вторая машина в наборе, я имею в виду, безусловно, не сушечку, а Крайслера К, не настолько хороша, чтобы за нее платить голдой. Поэтому, если все-таки вас интересует нормальная, хорошая тачка, то возможно, ребят, имеет смысл сэкономить 5000 голды, а именно столько вы сэкономите, и купить себе в голом состоянии Су-130ПМ. Ну как в голом? Вы это получите в прибавку еще 5 штучек X5 на эту машину и открытое все оборудование. Да, по большому счету, если сравнивать с тем, что вы получаете в наборе к сушке, единственное, чего вы недополучаете, это недополучаете вот этого легендарного внешнего вида. Но обойдется он вам, еще раз повторюсь, в целых 5000 голды. Стоит ли 5000 голды легендарный внешний вид на данную сушечку? Тут большой очень вопрос, потому что если покупать легендарный внешний вид отдельно, то получается 1450 золотом. Короче говоря, гораздо выгоднее купить данную машину себе, купить для нее легендарный внешний вид, если для вас этот вопрос принципиален, ну и, соответственно, не брать себе в ангар абсолютно ненужный, скорее всего, вам Крайслер К. Вот такое вот мое честное мнение. Что касается конкретно самой сушки. Сушка машина классная, машина интересная, но не для всех. Повторюсь, это сущий картон с довольно крутым орудием, у которого время сведения всего лишь 3 секунды, разброс 0.312 практически божественный. Почему я говорю, что 3 секунды это просто суперское время сведения? Потому что на 8 уровне эта ПТХ имеет 460 единиц урона на базовом снаряде, а на осколочно-фугасном целых 600 единиц. И при этом осколочно-фугасные не какие-нибудь там на 45 мм пробития, а на целых 65. Это значит, что потенциально возможностей выкинуть осколочно-фугасный на нормальный урон у вас гораздо больше, чем у многих других машин. Ну и, соответственно, исходя из того, что у вас пробитие 245, средний урон 4,
460, простите, единиц альфы, и время перезарядки всего лишь 10,5 секунд для такого урона на 8 уровне, то, соответственно, время сведения, которое гораздо быстрее, чем время всего чего угодно, я имею в виду время перезарядки, ну и, соответственно, лучше сходится с разбросом данного орудия. Я считаю, что время сведения просто-таки идеальное. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 7. Не спешите радоваться, в прямой проекции минус 7 играется, ну, не настолько круто, как хотелось бы. Тут не поворачивающаяся полностью по кругу рубка, она поворачивается только на определенный градус. Ну и, соответственно, как я говорил, здесь необходима сноровка игры приблизительно, как вы играете на гриле. Единственное, что на гриле рубка расположена прям совсем в конце машины. Здесь она находится, грубо говоря, четко посередине. В общем, вот такая вот ПТ-ха с неповорачивающейся рубкой и очень крутым альфовым орудием. Ну что, ребят, берем тачку и поехали, попытаемся ее затестить. Ну что, друзья, поехали. И что первое хочется сказать про данную ПТ-ху? Ну, а точнее, как ее охарактеризовать, или, наверное, охарактеризовать вас. А точнее, наверное, даже будет более правильно сказать, что от вас потребуется для того, чтобы качественно играть на данной ПТ-хе. Я не киберспортсмен, я не статист. Я могу поделиться только своими впечатлениями о машине, как среднестатистического танкиста, и высказать свое мнение по поводу того, как лучше играть на той или иной машине. Так вот, ребят, что от вас потребует данная тачка? Она потребует от вас стать кустарной сволочью. И вот если вы станете этой кустарной сволочью, если вы не будете ехать вперед в прорыв, если вы не будете продавливать какое-то направление, просто потому что машина на это абсолютно не способна, то тогда будет вам счастье. Тогда будет вам действительно качественный настрел за бой, действительно будет фан и веселье от стрельбы, ну и, соответственно, будут результаты в виде победы, в виде хорошего настрела. Если вы все-таки психанете и поедете куда-то, то будьте готовы к тому, что надолго вас не хватит. У вас нет брони, у вас нет абсолютно никакой суперподвижности и маневренности, чтобы сваливать, ну и, соответственно, вас очень бодро будут разбирать. Вот сейчас я вполне спокойно закинул в товарища, спрятался на время перезарядки, жду, пока он сейчас появится, а он рано или поздно все равно это сделает, ну и, соответственно, отправится в ангар, потому что цифра по альфе, которая есть в запасе у данного орудия, она позволяет вам вполне спокойно добирать товарищей, которые этого даже не ожидают. Именно поэтому я и говорю, что вам придется стать кустарной сволочью, которая будет постоянно прятаться где-нибудь вдалеке, будет накидывать урон, опять прятаться и таким образом делать абсолютно неприятно соперникам и, возможно, вызывать какие-нибудь негодования у ваших союзников. Ну, просто не все понимают, что в нашей игре есть такие тачки, которые просто невозможно использовать по-другому, только лишь потому, что они изначально разрабатывались как машины для игры именно от кустов и от дальних расстояний. Такой себе безжалостный снайпер, который может вполне спокойно бодро накидывать урон и этим поддерживать команду на пути к победе. Если вы все-таки любите кустарную игру, если вы понимаете толк в снайперинге в нашей игре, то, безусловно, Су-130ПМ это машина прям богом, ну или разработчиками в данном случае, созданная для вас лично. И поверьте мне, приобрев себе данную машину, вы не пожалеете об этом, ну я бы сказал, никогда. Вот так вот, ребята, абсолютно спокойно, ничего не делая, не особо напрягаясь, главное не выпячиваться на передовую, мы получаем победу. При этом мы делаем два фрага. Да, пускай одного товарища мы добрали, там было 160 с копейками единиц нанесенного урона, который отправил его в ангар, но эти 160 с копейками единиц могли потенциально быть 450 или даже 500 единицами урона, просто потому что в него раньше выстрелили, чем наш снаряд до него долетел. Так или иначе, в абсолютно непотном бою, ничего не делая, практически 2200 единиц нанесенного урона. Что это в результатах дает нам в отношении фарма? Повторюсь еще раз, как вы видели, мы практически ничего не делали в бою. Мы абсолютно спокойно заняли, пускай третье место в нашей команде по урону, но потенциально могли сделать и больше. Была бы такая возможность, и машина в целом может вполне спокойно за бой вывозить по 2500-3000 урона. И поверьте мне, вы этого даже замечать не будете.
будете. То есть спину вам гнуть абсолютно не придется. В отношении фарма по серебру, с учетом того, что прем-аккаунта у меня нет, то 36 тысяч. Я считаю, что это довольно-таки неплохой результат за столь несущественный настрел и такой простецкий бой. Был бы прем-аккаунт, было бы 58 тысяч серебром, что тоже, согласитесь, результат довольно-таки крутой. В общем, какой мой вердикт? Машина действительно стоит своих денег, стоит ее приобрести отдельно от набора и отдельно докупить до... скажем так, отдельно докупить к этой ПТ-хе легендарный внешний вид за неполные 1500 голды. И это будет куда выгоднее, нежели все то же самое получать в составе данного набора. Ну, только разве что Chrysler K вам действительно нужен и очень-очень сильно хочется, чтобы эта доробла стояла все-таки в вашем ангаре. Повторюсь еще раз, видео по поводу Chrysler выйдет отдельно, буквально через час-другой, после того, как я опубликую данный видос. Если вы за честное мнение по поводу всего, что в игре происходит, прямо сейчас подписывайтесь на канал и ставьте лайк данному видосу. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.